Это полный минус вайб. Здравствуйте, господин Макс. Здравствуйте. Кто-то уже был до меня? Нет. А вы зачем пришли? Ну, комплектация. Нет, не так. А что надо сказать? Как надо сказать? Комплектация. И вот он. С Новым годом. Поздравляю тебя, дружище. Пусть у тебя в Новом году все будет хорошо. Получаешь свой этот сезонный пропуск золотющий. Все, удачи тебе, дружище. Спасибо, я очень удивлен, что я первый пришел. Я думал, что тут 100 тысяч человек. Здравствуйте. А вы опоздали, здравствуйте. Да как так-то, блин? Как тебя зовут, победитель? Дедушка Максим. Да, что такое? Можно передать привет Роме? Давайте я вам поцелуйчик просто подарю. Вот, и... А можно так, да? Да, держи, с Новым годом тебя, с наступающим. Спасибо. Братан. А можно еще Ромке привет передать? Да, конечно, передавай. Передаю Роме привет. А когда у вас будет новый видеоролик на канале? А я не знаю. Ладно, всего вам хорошего, Максим. Давайте, удачи вам. Все, до свидания. Спасибо, что откликнулись. Это вам спасибо. Такие розыгрыши не каждый день проходят. Да ладно. Все, спасибо большое за подарок новогодний. Все, пожалуйста. Все, ребята, видите. Ну, вы дальше продолжаете писать комплектацию, сервер, на котором вы играете. Вот, теперь оно названием каким-то. Ну, это что, я на 7-м играю. Вот. Ну, пишите сервер, на котором играете. Ваша статическая ID, они вон там все сверху написаны. И слово комплектация. Все, удачи. И подскажите, как можно еще прикольно разыграть для вас сезонный пропуск. Золотющий. Все, приятного просмотра. Так. Школьник мне нужен из зала ожидания. Мне нужен самый хайповый молоденец. Кто? Блять, ну очень хотелось бы посмеяться, конечно, Максимка. Ребята, тут не смех, тут работа. Тут надо мне создать внешность персонажа. Я дизайнер. Да, чувак, дизайнер. Я по тебе слышу, что ты Псков, пивная бочка тупая. Я не хочу, чтобы ты мне хоть что-то вообще говорил. О, здравствуйте, хомячок. Мне 16. Ты реально 16? Мне нужно создать внешность персонажа такого, типа, что ты самый крутой на свете маленький. Чок. Пойдем, я тебя подкину, если надо. Все. Ну, ребята, приступайте. Вот тут самое трудное. Что делать? Вот смотри, маму, короче, выбирай София. София или София как-то. Блять, чувак, а как понять, кто из них? Батя, короче, должен быть Бенджамин. И цвет кожи, ну, там, по настроению, как тебе больше нравится. У меня... Я белого. Извиняюсь, мое настроение вот такое. Так, ну, и кончик носа пониже. Ну ты такой хайповый нос. С таким носом не стыдно на улицу выйти, я думаю. Что-то кончик носа как-то немножечко. Ну, дальше что, брови, что-то по бровям. Брови такой хмурый такой. Тащерские брови, какие мне? Злые такие. Злые такие. Гринч какой-нибудь. Вот это говно. Вот это хайп. Вот это хайп. Меня слышно, да? Мне микрофон не разъебал себе. А, блин. Вы можете определить, хайповый это пацан или кусок говна? Это говно, кусок говна. Ну все. Мы Demon Slayer, а не Gunslayer. Понятненько. Вот эту хуйню, значит. Demon Slayer, это мода, да. Вы точно не пи***те, это реально клево выглядит? Нет, ну че. Во-во-во-во-во. Не, чуть потемнее. Нет, мы за чайком там вышло. А-а-а. Озвучка. Ну че, Очки только сними. Ну, да. Ну, можно другие очки выбрать. Ебу, вот это мода. Так это этот, хайп. DMC, Devil May Cry. Тебе маска. Это мода. Чудище, ебать. На завод, Те таксиста вызвали, 5 штук таксиста вызвали. Да? Слышите вы, чудища, съебать нахуй отсюда все. Ребята, спасибо реально за хайпового вот этого чувака. Мне ж теперь вообще, я ж себя изуродовал. Мне теперь только вот так надо. Это просто пи***ть. Я теперь как этот позор скрыть, блядь, это пи***ть. Да не, это хайп, реально мода. Это хайп, да. И чё, мне теперь надо пушку, я хочу раз***ть лоха какого-нибудь с криками, Ну чё, уебанище, чё, уебанище. Ебать, разбуем сейчас, интересно, кого-то это обижает на самом деле.
тату-салон. Давай, татуируй меня. Премиум, разумеется. Премиум, голова. Найс, татушка. Торс. Вот эту, наверное, хайповая тату. Давай. Я считаю, должна быть одна могучая рука. Давайте сейчас такси возьмем заказ такси и будем говорить кому-то, что он не интересен. Просто, блядь, потому что объективно, чел, ты не интересен. Впитывай молча, снич. Каждое твое действие это кринж лютый. Чел, боже, ты фрик. Факсик. Ой, блядь. Мне надо это выучить, ребята. Ну, точнее, не просто выучить, а овладеть этим надо. Я уже знаю эти слова, но мне нужно понимать, когда их юзать. Добрый день. Молча в снич сиди. А ты чё так разговариваешь? Да неинтересно ни чел. Можешь, пожалуйста, закрыть ебаник? Нет. Просто литерали раздражают такие челы неинтересные, бля. Я их вожу, короче, тупо впитываю. Все, короче, ты в муте, чел. Нормально? Еще подвозить надо тебя, нет? Ты, боже, чел, ты не интересен вообще. Ужас и чудовище. Не, ну так-то надо, но ты так общаешься, то что... Ладно, я подвезу, боже, но это максимально неинтересно, чел. Плюс вайп. Ой, блин. Давай ставь метку, боже. Унижен чел, слит лох, отлетаешь, попуск. Гельной надменно говори. Так чё, куда едем-то, чел? Так вон, меточка стоит. О боже мой, блядь, это так неинтересно, ты бы знал. Да, пока никуда не надо, поэтому вот скучно катаемся и близко. Не накаляй, ладно, чел, просто это литерли неинтересно, и вот это и заниматься вот этим... У меня тачка сдохла, да, найс, блядь, это... Ай, блядь, это пиздец. Ну ты унижен, слит, отлетаешь, попуск. Ну это уже неинтересно, слушай, просто. Как так-то? Это ГГ. А, он все работает, давай, я, блядь, лютый кринж выдал, давай, садись. А, ну вот это уже интересно. Нет, ну, знаешь, интересно все, кроме тебя, чел. Да и такое бывает, знаешь. Опа, вы неинтересны, чудовище, с***ь, в ужасе, на***ь. На тело шар. Руки поднял, руки поднял, сейчас, 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 сейчас. Нашел кошелек, достал, купюру достал. Боже, челы, блядь. У меня причесон я только сделал хайповый. О боже, блядь. Челы, вы литерали неинтересные. Вы не... А ты тоже руки поднимай, слышишь? Бездари, блядь. Ну почему? Короче, смотри сюда, слушай меня внимательно. Поднимай сейчас... руки, пока эти колени не прострелили. Если перейдешь на шаг, я тебя убью, ты меня понял? Можно на мотоцикле, на пожалуйста? Ну чел, это кринж. Это кринж, ну чел, ну это кринжово. Ну это кринжово, чел. Куда, блин, боже, блядь. Куда бежать-то, в каком направлении? Ну это кринж, челы. Это кринж, челы. Это кринжово. Вы неинтересные бездари. Это полный минус вайп. Можно сказать можно? Сказать можно, челы? Ну челы, ну плиз, можно сказать? Иди отсюда, я говорю, какой плиз, сейчас ты бугошку тебе, ты лысую продырят. Это минус вайп, ну это минус вайп. Катись отсюда! Да что за день такой? Ограбили, опять побрили. Рога обломали. Тупо лоха, блядь, попускают на... Не, ну челы, это минус вайп, без волос играть. Я пойду сейчас заново себе волосы впитывать. Бля, какая тупая хуйня, пи***ц. Ну все, я тупо минус вайп. Расчильтесь. Пойдем челиков расчилиться попросим, да? И компенсировать причесон. Давай, давай. Алло, ящерица. Здорово, печень. Как дела, как живете? Челы, он меня подвез сюда. Челы. Я извиняюсь, что я тут опять. Короче, у меня денег на прическу нет, а она хайповая была. Не можете, пожалуйста, компенсировать? Еще раз сюда приедешь, я тебе голову прострелю. Да ладно, чел, ну я с миром, ну я с миром, реально, я с миром. Я с миром, с миром. Можете, пожалуйста, компенсировать? Мне 3000 причесон стоит.
натуре. Пожалуйста. Да я все. Меня не надо, я просто. Уезжай, сейчас с тобой так же будет. На форуме увидимся, чудище. Блять, челы, это я отвечаю, это минус вайб, это минус все, блять. О, сразу видно, комфортная прическа. Садись, бот, чел. А, смотри, нам надо сейчас, там какие-то челики, да, немножечко вылететь. Куда едем-то, парень? Вот сейчас налево куда-то, ищем этих бездарей. Налево, блять, боже, чел. Помогай, блять. Вот они, вот эти челы, минус вайб. Алло, ботинки. Чё это за хуйня? Почему вы себе такое позволяете? Слышал 15 минут. Ты говори, говори. Слушай, чел, просто мне придется устроить вам, блять, бездарям envelope конченые, и все. Что еще раз? Тебя не слышу. А, бездари ебаные, вы если не слышите, блять, я просто envelope вам всем сделаю, и все нахуй. Чё непонятного? Я не понимаю, на обезьяне не слышно. Говорите. Блять, чел, ты литр или бомжара ебаная, блять, заводская. Говорит. Слушай, вот так ты будешь базарить с гаечным ключом в руках. Вы бездари не выкупаете на. Да все, иди. Эй, там, кто нахуй отворот? Чел, не включаю эту хуй. Эй, вонючий жопы твой. Будет. Блять, минус вайпово вот это. Ты меня бьешь, мне за тебя побрили, ебан. Ты минус вайп, потому что конченый, понял? Чтобы он испугался, нахуй ты меня бьешь. Ты, да ты минус вайп, чел. Лучше уж с этими кринжами, чем вот эту хуй. Слушай, чтоб мне потом говорить, что у меня монтажер дал. Да все, не надо, да не надо, не будь гонкой. Минус вайб, я тебе полный инвелоп тебе. Вон, смотри, батя твой нахуй, он выглядывает из гроба нахуй. Я даже тут... Все, ладно, мир, челы. Больше не включай эту хуйню, эту минус вайб. Кринжа какого-то включил. Слышишь? Кто, Жека или кто это включал? А, че, вон это? Тот включал трубку, которая валяется. А, реально? Да, да, ты вот силища-то где, блядь? Вот так вот, слышишь, бездарь, откисаешь, блядь. Я тебя размотал нахуй и на изичах, понял? Envelope тебе. Откат. Желчь, впитывай. Эй, слышишь ты, бездарь, подвози меня. Слышь ты, бездарь, ты тихо давай. Давай сдай вперед, чтоб я сел к тебе тачку. Ту дешевую. Не интересен. Да свой рот закрой, бездарь. Ты не интересен, чел. Давай открывай, давай прокатимся. Мне есть что с тобой потолковать немножечко. Давай потолкуем, садись. Рот офни. Алло, алло, бездарь, ебаный, уйди сейчас, уйди, блядь. Ладно, заходите на сервер, у нас таких игроков не играет тут на Маджестике, у нас над такими ржут. Черкан, надо развалить кабины эти. Ну поехали. Давай пацанами соберемся, пухи мне выдадишь там, пушку там, сука. Давай, у нас минут 15 осталось. Ты что, снич? А куда ехать, есть метка? На дом едь, на союз аферистов едь, и потом... развалим лошару. Давай, отправим их в помойку. Поехали. Здорово, шутура, все. Готовы ебашить всех этих морль... Да, ебасос разбит. А я музыку Сигмы включу. Чтобы выебало авторское право. Минус кринж. Я не помню, куда ехать, челы. Налево, ешкирек. Где эти бездари, чел, я вообще не шарю, где этот биомусор. Нашел Оскар Фортуна. Я могу отслеживать его, вот этого Оскара. Ну все, я знаю, где он находится, поехали. Чел, там я вижу трое, четверо, четвертый за углом. Пока четверо вижу, чел. Чел, там фея, она нон-РП явно. Вот фею надо ебать. Йо, what the fuck? Вы что за делегация? Сколько народу на... В брониках летят, слышь, четверо. С пушками, нахуй. Че за хуйня, блин? Адекватная хуйня? Только они подойдут, я сразу просто обоим в лоб. Серьезно идут, слых, мне страшно, мне коленки трусятся. Главное, что их хуй не пускать сюда. Челы, бля, врагах, вот это вот, нарушение, ничего. А хуй они все идут, в трусах он бежит, бля.
Здравствуйте, сотрудник органов. Здравствуйте. Нам человечка нужно поговорить. Какого? Как его зовут? Олег. Оскар. Оскар сюда. Какого Оскара? У нас похищение, вы в курсе, нет? Какого у вас похищения? Ну, похищение. Ты не интересен, понял никому. Вы переговорщик? Нет, или кто? Нет. Ты меня слышишь? Чел, уходите отсюда. Чел, ты не интересен. Ты не интересен, 52! Ты не интересен, чел. Ты не интересен. Га... Сосите в ногах, лежите, блядь. Да, и вся ваша, ага. Я приеду к вам на дом, да. И буду пихать вам яйца, ага. Да, наконец-то. Ну чё, чё, кто тут? Лежать, нюхать. Ваши хуи мои сосиски, блядь. Ваши хуи мои конфеты, блядь. Сосать, блядь. Сосуть, блядь. Ой, это наш, извиняюсь. Нормально, вот тут сделать. Давай, все, этот. Да, ты, короче, откисаешь, ты чел. Такой. Ты не интересен и вообще, чел, мы тебя спасли. Чел, подойди сюда. Вот мы с этим чуваком уже пытаемся сколько раз видос снять. Это нормальный вайбовый чел, короче, и стримит, и видосы снимает. Подписывайтесь на него, короче. Уже давно пора подписаться. Ну наконец-то мы, блин, нормально все. Хайповый видос сняли с Черканом. Подписывайтесь. Да. Это полный откат. Блин, ребята, спасибо вам. Ну все получилось. Лохов разбирай. Чел, обращайся. Красавчики, блин. Все, давайте, челы. Всем пока. Спасибо, что сидели со мной. Это было класс. Это был плюс кринж полный. Вот.